9 авиабомб времен Великой Отечественной войны вывезли на отдаленный полигон в долину Каракаба под Севастополем. Самый крупный боеприпас – это фугасная авиабомба ФАБ-100. Транспортировку боеприпасов проводили специалисты пиротехнического подразделения. Радиус поражения данных авиационных бомб до 600 метров. Да, глубина котлована до 7 метров. Плюс создавался саркофаг, чтобы минимизировать ударную волну, а также минимизировать разлет осколков. Бомбы подрывали дистанционно. После того, как все подготовительные работы были завершены, специалисты отъехали на безопасное расстояние. Для обеспечения безопасности были задействованы беспилотные авиационные системы. Работы были проведены в соответствии со всеми нормами безопасности. Хочу обратиться к жителям города Севастополя. В случае обнаружения взрывоопасных предметов сообщайте на прямой телефон 101 Главного управления МЧС. Для проведения операции по обезвреживанию авиационных бомб было задействовано 3 единицы техники и 7 человек из личного состава. В Главном управлении МЧС России по Севастополю рассказали, что с начала года обезврежено 438 взрывоопасных предметов. Дарья Юхновская, Дмитрий Лелека, 7 Информбюро.